Казахстане праздник, посвященный работникам сферы культуры и искусства, был утвержден указом Елбасы 12 лет назад. С той поры деятелям культуры пришлось пережить многое. Особенно трудно пришлось в 90-е годы, вспоминают участники праздника. Они рассказывают, что в то время сложилась непростая ситуация с финансированием объектов культуры. Но трудные времена удалось пережить. Творческая интеллигенция вывела культуру области на высокий уровень. Вот за эти 19 лет стали новые учреждения культуры открываться, строятся новые здания, идет развитие нашего искусства, культуры, наше народное творчество. Изменения были, конечно, колоссальную лучшую сторону. И вот теперь мы видим результат этой 26-летней работы. Парки, ДК, музеи, театры, филармония – все это неотъемлемая часть жизни любого города. Объекты культуры являются хранителями истории, традиций и обычаев народа. И, конечно же, местом досуга. В любую эпоху культура и искусство занимают значимое место в жизни страны, отметил аким города Мурат Мукаев. Он поблагодарил творческую интеллигенцию за трудовую деятельность. Вы действительно заслужили почет и уважение, потому что долгие годы, работая в этой сфере, поднимая культуру, искусство нашего города, вы вносите свой неповторимый и огромный вклад не только в развитие культуры и искусства, но и в межнациональном согласии. Народ жив, пока жива его культура. Сохранить и приумножить ее – задача виновников торжества. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.